Итак, друзья, всем привет, с вами снова Макс. Сегодня мы будем смотреть на новый симулятор от немецких разработчиков, то есть от немцев. Немцы у нас, как вы знаете, любят различного рода симуляторы. Игрушка у нас от издателя Aerosoft, соответственно, ценник соответствующий этому издателю. То есть игрушка сейчас в Steam стоит в районе косаря. Она, естественно, к сожалению, не на русском языке. То есть здесь присутствует только английский и немецкий язык, но, в принципе, и так, я думаю, что здесь будет все понятно. А настройки здесь такие слабенькие, в принципе, ничего особо не регулируется, поэтому, как бы, все просто. А, что я заметил, по графике и по, ну, объектам очень напоминает что-то из фарминг-симулятора 22-го, 19-го. То есть примерно такая же цветовая гамма, такой же, ну, такие же объекты, текстуры, даже звуки такие же проезжающего трафика. Что из нас из себя представляет данный симулятор? Симулятор представляет собой, во-первых, открытая карта. По размерам я, конечно, не знаю, насколько она большая, но здесь мы будем обслуживать дороги. Собственно, ремонт дорог, наносить разметку, там ветки подпиливать, которые свисают, убирать мусор, ну и много всего, что с этим связано. Разработчики нам предлагают более 30 различных миссий, ну и, в принципе, автопарк. Здесь практически все не лицензионное, за исключением одного транспорта в двух вариациях, это такой небольшой грузовичок МАН. Здесь у нас типа склад инструментов всяких различных. Собственно, гараж. В каждых воротах находится свой транспорт. То есть здесь у нас вот каток, асфальтоукладчик, самосвал. Здесь у нас первая вариация такого бортового микроавтобуса. Здесь у нас, по-моему... Да, уже с оградительным, ну, предупредительными знаками, световывеской. Так, здесь у нас... ну, я так понимаю, судя по щетке, обочины чистить. Здесь у нас, по-моему, спил веток, да, типа пилы стоит. И здесь у нас, собственно, машинка, которая делает, наносит разметку. Вот так вот это все выглядит. Так, ну давайте возьмем первую миссию. Соглашаемся, в принципе, и погнали за машинкой. Здесь у нас, ну, как я и говорил, что, как бы, в принципе, русского языка нет, но есть довольно интуитивные, понятные подсказки, поэтому, в принципе, проблем не должно возникнуть. То есть действия, которые нам нужны, они загораются вот зелененьким кружочек, ну и плюс вот вы видели различного рода подсветки. Так вот у нас внутри выглядит внутреннее убранство автомобиля. Вот единственное, что присутствуют какие-то артефакты. Прошу прощения, немножко болеем. Внешняя камера вот так вот у нас работает. Чтобы вращать, нужно правую кнопку мыши зажать и, собственно, вращать мышкой. Все у нас здесь светится, все работает. Поворотники тоже работают. То есть, как бы, в принципе, вот так вот у нас обозначения меняются стрелками. Так, проблесковый маячок. Аварийка, ну и поворотники. Так. Подъезжаем на погрузку. Открываем борта. Нам они с этой стороны понадобятся. Так, нам нужно будет... Что, все борта, что ли, открыты? Ну, давайте откроем все борта. Так, теперь нам нужно будет... так.
Что там там? А. О, смотрите-ка, миссии меняются. Потому что первая миссия была у меня, я, ну, записывал видео, у меня там не возникли небольшие проблемы с микрофоном, поэтому решил перезаписать. Стартанул первую миссию, ну, заново, грубо говоря, начал играть. И вот поменялось вообще все. Потому что первая миссия была, нужно было взять вот мешки для мусора и по тротуарчику прогуляться, собрать весь мусор. И в мешках это все увезти. А тут теперь другая миссия. Правда, перед этим... Давайте автоматически загрузим, если так можно. Нет? Нельзя, понял. А, правда, что я хотел сказать... Было обновление, вот я первый видос когда записывал, после этого пытался там это все сделать, но, к сожалению, исправить было невозможно. И за это время вышло какое-то обновление в Стиме, поэтому, возможно, они немножко поменяли миссии. Вот. Может быть так, а может быть хрен его знает что. Так, это мы загрузили. Теперь нужно что-то еще. Ага. Видимо, сейчас будем что-то огораживать. Ага, вот в автоматическом режиме мы загрузили. Так, теперь... Я так понимаю... Нет, что-то еще нужно загрузить. О, нифига себе, светофоры даже. Так, это что-то интересненькое. Видимо, у нас будет действительно ремонт дороги сразу же. Так. Так, это загрузили. Оперный театр. Ой. А что теперь надо-то? Нам надо как-то ее загрузить. Ага, понял. Ага. Как у нас тут грузится? Так, все, видимо. А здесь больше ничего не поместится. И теперь можно, в принципе, выдвигаться. Так, открываем ворота. И едем на место ремонта. О, да тут недалеко, то есть мы уже приехали. Ну, там уже какая-то техника стоит. Здесь у нас стрелочкой показывается направление, как мы должны парковаться. Так, выставляем знак. Все, теперь нас, по идее, машинки должны объезжать. Хрен с ним, не будем дожидаться. Так, берем телегу. Хер ли нам с ней делать? Ну, допустим. А. Извините.
так, что ли? Или нет? Короче. Так. Наверное, я так понимаю, сюда. Ага. Только у нас сразу транспорт почему-то куда-то пропал. Так. Оградили там, а тачки уже здесь стали. То есть, как бы, грубо говоря, то, что мы делаем, в принципе, бесполезная хрень. То есть, пока мы выставляем, у нас уже транспорт не ездит. Хотя странно, по идее, должен. Ну, то есть там никакого отображения нету, но они уже там встали. Ну да ладно, хрен с ним. Здесь немножко другие фишки в этой игре, поэтому... Может быть, сейчас поедут. Сейчас, если светофор будет регулироваться, он со всех сторон красный, да? Прикольно. О, кстати, вон там тачка едет. Сейчас посмотрим, будет она объезжать. Хрена себе, он там чуть не перевернулся, когда затормозил. Так, или машины будут так и стоять? Фига у тебя задрана морда. Ох. Короче, понятно, что ничего не понятно. Блин, а что я больше не могу взять? Так. Ну, будете до опупения тут стоять. Мутурная затея, конечно, но да ладно. Нахрена мы тележку взяли, я вот не понимаю. Тачку. Че мы здесь будем? Асфальт ей ковырять? Или типа мы постепенно будем это все делать? Сначала мы привезли одно, потом поедем за другим. Хотя, ну, асфальт ровный, что здесь делать, блин? Поля. Как раз можно было это совместить с фарминг-симулятором, и было бы вообще огонь. Кто-то занимается ремонтом дорог, кто-то занимается в полями. Было бы, конечно, круто. Но всего лишь влажные мечты. Чё, блин, устал? Давай, ё-моё, работаем. Нам еще потом стойки ставить. Так. Может быть, конечно, хотя вряд ли. Хотелось бы, конечно, в таких играх еще мультиплеер, что-то типа такого плана. Но у немцев обычно никогда такого не бывает. Во-первых, выглядят игрушки как инди-проекты, но при этом стоят по full прайсу. Вот. Ну и в основном все они одиночки. Хренася, что там батарейка встроенная, что ли?
Так. Мы что, пока все не выстроим, эти не поедут никуда? К сожалению, тогда. Звуки окружения, птички поют. Прекрасно. Красота. Ну, кстати, коллизия есть в этих объектах? Ну-ка. Есть. Что-то трафик весь закончился, видимо. Еще две стойки надо будет поставить, и в принципе на этом работа завершится. Ну, по крайней мере, нахрена, вот я опять же не понимаю, мы тележку взяли. Интересно, наступит когда-нибудь такой день, когда все вот такого плана симуляторы объединят в один? Вот это бомба будет просто. Симулятор общественного транспорта, дорожных работ, строительства, фермы, той же дальнобойщиков. Ох, было бы круто. Но, боюсь, это только всего лишь мечты. Потому как игра бы, наверное, весила до хрена еще чуть-чуть. Так. И что, теперь обратно тележку погрузить? Да нахрен мы ее вообще брали? Просто так прокатить? Прикольно. О, нифига. Чё ты сигналишь? Это я дурак, блядь. Скорее всего, нужно было просто на этой тележке это все возить. Чтобы по одному не катать. Ой, блин, я дурак, конечно, да. Ну ладно. Я понял, для чего все-таки тележка нужна была. Так. Так, и что, нам надо что-то... А, обратно ее припарковать? Сейчас припаркую.
Ну, как-то так это все выглядит. Думаю, что на первый взгляд хватит. Продолжим вскоре. Посмотрим, что там дальше. Возможно, что будем продолжать этот ремонт дороги, а может быть, какая-нибудь и другая миссия появится. В общем, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите различные комментарии по поводу этой игры, либо по поводу каких-либо других игр. В общем, проявляйте любую активность. Ну и, соответственно, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.